Привет, друзья! Как вы знаете, я регулярно провожу разные розыгрыши монет и монетные конкурсы. Кстати, в этом видео тоже будет. Смотрите дальше. Это видео про 5 гривен монетой, которые стоят дорого. Как определить, смотрите дальше в видео. Первое. А именно, дорогими монетами будут пробные 5 гривен 2018 года, которые пока не встречали в обороте и на аукционах, но я думаю, они могут появиться. Второе. Ведь тебе интересны варианты, которые можно встретить в обращении прямо сейчас. И их реально находят. Я скажу какие-то монеты. Это, конечно, браки новых монет. Как 1 гривна монетой, 2 гривны и, конечно, 5 гривен монетой. Например, вы видите 5 гривен 2019 года с поворотом в 180 градусов. Такой брак на данный момент стоит от 1000 гривен. Ну конечно, цена зависит от того, какое количество таких браков будет найдено в обороте. Возможны и другие браки, так что пересматривайте новые монеты Украины, которые получаете на сдачу. Монета 5 гривен состоит из цинкового сплава с гальваническим покрытием. Кстати, в одном из прошлых видео на канале я разыграл 5 гривен, покрытые настоящим золотом, которые я сделал специально для конкурса. Вот вы можете их видеть перед собой. И как вы знаете, несколько монет я оставил в кофейне «Кофеман». И кто был самый оперативный, поехал и забрал монетку сразу после выхода нового видео. Ну что, ребята, есть у нас победители. Забираем первая монета наша. Поздравляем. И нас второй победитель, который пришли по объявлению, также забирает вторую золотую монету. Также я разыграл эту монету среди тех, кто написал комментарий и лично вручил победителю. И в этом видео я разыграю 5 гривен монетой, покрытой золотом. Так что слушайте внимательно. Целых 5 монет будет разыграно в инстаграм-аккаунте «Золотой слой» в последней публикации. Просто подпишитесь на их аккаунт и в крайнем посте напишите «Хочу монету». Будут разыграны 5 монет среди тех, кто оставил комментарий. А для тех, кого нет в инстаграм, я провожу конкурс здесь и подарю эту монетку и вышлю ее бесплатно по Украине. Просто будьте подписчиком канала, поставьте лайк и оставьте любой комментарий под этим видео. И в одном из следующих выпусков мы выберем победителя. И огромное спасибо компании «Золотой слой», которая занимается профессиональным покрытием из серебра и золота. Если хотите гарантированно получить такую монету 5 гривен, покрытую золотом, пишите ребятам в Instagram или в Viber, ссылочка будет в описании. Цена вас приятно удивит. И для моих подписчиков по промокоду «Монета Украины» дополнительно минус 50 гривен. Монеты делают и отправляют быстро. Наверняка вам интересно, сколько бы стоила такая монета полностью из золота. В музее монетного двора Национального банка Украины есть 1 гривна 2010 года полностью из золота 999 пробы весом более 15 грамм. Фото монеты есть в каталоге Максима Загребы. И цена из-за редкости, к сожалению, не указана. Мы можем прикинуть стоимость 5 гривен только по стоимости золота. Например, на одном из сайтов мы смотрим цену золота нужной пробы и взвешиваем монету и просто умножаем 8279 гривен. И это стоимость только материала для данной монеты. Если изделие выполнено оригинальными штемпелями, думаю, такая монета стоила намного-намного дороже. И еще, друзья, у нас завершается конкурс с подарками от Виолити и монетами 10 гривен из видео. Так как на канале 30 тысяч подписчиков, я буду рад провести розыгрыш в прямом эфире именно на YouTube и пообщаться с вами. Вы меня просили вести эфир не в Instagram, так как не все пользуются, а именно здесь. Спасибо всем за обратную связь. Вот такой вопрос. Ребят, кто умеет настраивать прямой эфир с комментариями, несколькими экранами, донатами и разными YouTube штуками? Пожалуйста, напишите мне в Telegram, нужна ваша помощь. Думаю, на неделе сделаем и пообщаемся в прямом эфире. Ну, или проведем конкурс по старинке в онлайн в Instagram с итогами видео на YouTube. Буду ждать ваших сообщений. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Начинайте ваши комментарии со знакомой фразы «фартовый коллекционер», и удача в конкурсе, так и в жизни, будет всегда с вами. Всем пока!